грибки, набрали их, в друшлаг положим, и каждый гриб будем промывать от песка. Потому что эти грибы, они очень песочные. И каждый гриб в проточной воде. Ну, пока вот этот помоем, потом остальное. Наливаем в кастрюлю воды. Побольше. Для отварки. Моем грибы. Ставим кастрюлю. Включаем огонь. Каждый гриб промываем. Тщательно, тщательно под проточной водой весь, чтобы песок вышел. И кладем в кастрюлю. Тогда песка будет меньше. Говори. Три, давай. Вот так все грибы. Каждый гриб промываем, все грибы, и в кастрюлю. Как вода закипит, 15 минут варим и постоянно помешивая и снимаем пену, как закипит, 15 минут. И так варим 2 раза. Воду сольем первый раз, вторую наливаем воду и еще 15 минут. Это будет второй раз. Потом отварные грибы на сковородку и жарим с лучком со сметаной. Сейчас пока готовим лучок и жарим лучок. Итак. Режем, нарезаем мелко лук. Кто как любит лук, я люблю очень мелко. Очень мелко люблю. Нужна немножко луку. Вот примерно на килограмм вот столько лука. Наливаем в сковородку масло. И жарим. Лук жарит, как вам нравится, до готовности. Я люблю, чтобы он желтенький был. Масло. Может побольше, потому что сюда грибы положим. Включаем газ. Аромат лука изумительный. А лук быстро поджарится. Вот лук почти готов. Выключаем и отставляем. Ждем, когда грибы у нас будут готовы. Вода начинает закипать. И вот образующую пену всегда постоянно снимать пену. Ну еще вода не закипела. Как вода закипит, будет большая пена. Надо ее снимать. Вот, вода закипела. Вот, вода закипела. Убавляем газ. Варим первые 15 минут. И снимаем постоянно пену. 15 минут. Мешаем и снимаем пену. Первые 15 минут. Начинает уходить, значит, еще поменьше делаем газ. Снимаем пену, постоянно снимаем пену. Здесь у нас и через... Выливаем воду и кладем в другую кастрюлю на вторые 15 минут варить. Чтобы вода слилась, друшлаг такой берем.
грибы сделались ровно в два раза меньше. Берем кастрюлю поменьше и варим. Эта кастрюля уже большая. Грибы уварились, сделались в два раза меньше. Перекладываем в другую поменьше кастрюлю и варим второй раз 15 минут. Второй раз. Тоже так же до кипения доводим и 15 минут варим. Пятнадцатиминутная закончилась. Выключаем воду. Включаем лук свой, сковородку. И перекладываем их, чтобы вода слилась. И все сюда перекладываем. Жарим до готовности 5-10 минут. Но предварительно сейчас посолим. И добавим 2 ложки сметаны. Берем соль, солим по вкусу. Варили. И кладем 2 ложки сметаны. Мешаем все. Посильнее сделаем газ. Большие можно порезать было. У нас они средненькие. Все, жарим до готовности. Выкладываем на тарелочку. Приятного аппетита!